ты будешь делать, есть свежие обзоры. Игр Another Side и Gift of Partax. Все, до скорого. Вот чувствовал, что забыл я про что-то в инфакте рассказать. Окей, считайте, что это DLC для нашей регулярной новостной рубрики. Событие того заслуживает. Как известно, в Destiny 2 уже вовсю гремит свежее дополнение под названием «Отвергнутые» с кучей нового контента. Bungie решила добавить огня событию и объявила некоторых игроков в розыск. На них вот-вот начнется самая настоящая охота. Всего опасных целей, особенно привлекательных для русскоговорящего комьюнити, будет 5. По одной на каждую неделю. Самое интересное, что таких вот VIP-кабанчиков в их неприятностях будут сопровождать авторы из нашей команды. К примеру, уже завтра отбиваться от голодных до наживы преследователей в прямом эфире stopgame.ru будут VLoveGames и его телохранитель Дмитрий Флинн Бурдуков. Дальнейшие цели и их союзники будут объявляться по ходу дела, но уже точно известно, что в мероприятии поучаствуют главные японофилы всея стоп-гейма Дмитрий Кунгуров и Василий Гальперов. Но что за охота за головами без щедрого вознаграждения? И то верно. Итак, во-первых, если вам удастся завалить обозначенную цель в ходе сражения, а они, к слову, будут устраиваться в различных режимах Destiny 2, то вас порадует памятной внутриигровой эмблемой. Во-вторых, следите за нашими эфирами и голосуйте за исход встреч. Угадайте верно, получите шанс заиметь приз от наших партнеров, геймерского бренда Aorus компании Gigabyte. Ну а среди тех, кто окажется наиболее успешным в своих предсказаниях на протяжении всех 5 недель, будет разыгран главный артефакт — видеокарта GeForce RTX 2070. Короче, два главных тезиса. В описании есть ссылка со всеми нюансами и правилами. Завтра в 20:00 вам стоит заглянуть на наш стрим. Ну и в целом, почаще забегайте на stopgame.ru, чтобы ничего не упустить. Всем добра!